Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Родина Ролиплей. Мы не здесь Кирилл Путбулов, и сегодня у нас новая серичка, короче, пацаны, да. Не знаю, честно, что мы будем в этой серии делать, потому что, во-первых, я продал бизнес, во-вторых, я слил все бабки в казино. Да, у меня осталось вот 300 тысяч, ну почти 400 тысяч у меня осталось, это все мои деньги. Я вот решил пойти в казик, у меня было 3 миллиона, и я просто слил бабки все. Реально, просто слил. Сначала я слил до 2,5, у меня осталось 500 тысяч, потом я слил еще меньше. Ну, короче, не суть. Давайте я хоус пропишу. Как там, хоус? Да, войти в гараж, давайте нажмем. Здесь меня Денис Рева ждет. Давайте, не знаю, наверное, все-таки Чирон возьмем. Да, обратно Чирон вас, он, наверное, уже задолбал. То, что именно я постоянно на Чироне катаюсь. Ну, да ладно. Ну, да ладно, давайте выезжаем, короче. Автолок работает или нет? Снимаешь. Давайте напишу плюс. Да, чувак, я снимаю, только не нужно мне, пожалуйста, мешать. Потому что, когда мне кто-то пишет, я потом отвлекаюсь и забываю всю мысль. Здесь у нас такая новая построечка, мне пришлось перепарковать свой транспорт, да, мой Чирон пришлось перепарковать, потому что здесь также два ютубера живут, это Ски Душевный и Хелл здесь живет, вот, у него ник Том Островский. Также тут дальше живет Акина, если я не ошибаюсь, по-моему, через, вот, где-то, вот его дом, по-моему, да. Короче, чисто рублевка ютуберов, как я понимаю. Это, конечно, жестко, реально. Здесь только не хватает, по-моему, Милки и Бонарди и Сорокина, чтобы они тоже здесь жили, и тогда точно будет рублевка ютуберов. Кстати, насчет Акила, я у него видел серичку, короче, и давайте тоже попробуем медведя подразнить. Я ни в коем случае не хочу украсть идею, я просто лично хочу попробовать, ну и вам показать немножко, и все. Сейчас возьмем вертолет и попробуем подразнить его, этого самого медведя. Ну да, у Дениса просто ключи от моего вертолета есть, поэтому... Вот надо было не закрывать его, ёпта. Да ёбаный в рот, давай. Лок. Все, теперь садимся и полетели к медведю в гости. Так ни хрена, кстати, вот эта построечка новая выглядит, я вам скажу. Ну, вроде я знаю, это можно, могут админ создавать, и они остаются текстуры после спауна, этот маппинг. Ну, блин, не знаю, может тоже договориться как-то, чтобы мне тоже что-то сделали. Ну, ладно, мне в принципе и так неплохо. Вот баблишко бы мне кто-то подкинул, было бы вообще восхитительно, а так все нормально. Если что, релогаться будем. Навряд ли мы будем релохаться. Так, где медведь? Честно, никогда еще даже медведя этого не видел. И не знаю, вижу ли вообще данного медведа. Блин, погода такая, что вертолет как-то сильно несет из этого ветра. Это жестко прям, реально. Он какой-то неуправляемый становится. Давайте я пониже полетаю. Я не знаю, где этого медведя искать вообще. По идее, он должен появиться на карте. И, блин, мне реально интересно, как это выглядит со стороны. Попробую от него улететь, конечно, но... Не знаю, у нас получится это или нет. Давайте я даже приземлюсь, попробую приземлиться, и, возможно, где-то здесь он появится. Мы уже залетели прям в гущу леса, блин, и... Я не могу найти этого медведя. Единственное, кричит медведи вы где. Ну, блин, медведи, конечно, это жестко, но я не могу его найти вообще даже. Так, вот медведь, вот он, вот он. Вот этот медведь. Пацаны, побежит? Или нет? Или он нас боится, типа? Он за нами не хочет бежать. Лол. Ты чё на нас не агрится?
У нас реально не агрит. А не, нет, нет, блять, он его убил, он его убил, его убил медведь. Лол. Давайте еще подразним. Так. Оп. Он за мной летит, он за мной. Быстро, 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 быстро улетаем. Еще один медведь. Два медведя, смотрите, еще один, смотрите, он летит за мной. Реально улетит за мной просто, смотрите. Еще один медведь. Какой-то чувак. Так, их тут два медведя уже. За мной бежит два медведя. Лол, вот это жестко. Вот это реально жестко. Один, кстати, из них... А, не, не пропало. Один из них есть, но я не могу от него бежать. Так. А чё он за мной без остановки будет гоняться? Нет, я еще не сдох. Этот мир какой-то поспокойней. Так, это за мной до сих пор гоняется. Лол, он за мной постоянно будет гоняться теперь? А ну, давайте попробуем в южное его отправить аж. Он за мной... А до южного же за мной будет гоняться или нет? Реально, он до сих пор за мной летит. Я уже отлетел очень на большое расстояние. Чувак, он пытается стрелять в него. В другом медведе. Но ему вообще похер. Я так понял. Ему вообще все равно, этому медведю. Тот в него шмаляет, сколько уже много. Ему вообще досрать. Так, наигрался, короче, с медведем этим. Давайте лучше в казик сходим. Попробуем поднять бабок. Да, вот так пафосно мы выбрасываем вертолет. О, я подошел, взлечу потом, если он не пропадет. Давайте поиграем просто на фишке. Я не буду именно кидать. Типа в карты играть. Потому что, ну, возможно, мне так повезет. Хотя я постоянно винил именно в карты. Но сегодня я все слил в карты, кстати. Просто все слил. Давайте я обменяю... 10 тысяч фишек обменяю. Ладно, давайте 20 тысяч фишек у нас будет. И давайте пойдем попробуем поднять бабок. Не знаю, это у нас получится или нет. Но я думаю, конечно же, нет. Конечно же, нет. Ну, попробовать стоит. Так, 50, чувак кричит. 50, 250. Давайте кинем дайс. 40, 250. Есть, я выиграл 25 тысяч. Вроде бы, или сколько это? Ну, вроде бы, что-то типа того. 500, чувак, кричит, короче. Ну, можно с ними на 500, давайте сыграем. Хотя, дайте на чай, пожалуйста. Я бы ему дал, но мне бы кто сейчас дал бабок, на самом деле. Так, 500, может с ним на 500 сыграть, кстати. Может быть, и повезет нам. Нет. Чувак слил, короче, эти 500, поэтому... Не знаю даже, с кем поиграть. Вон, чувак, вообще, ди... Фокша, короче, он таймит. Типа, пытается выиграть. Так, вон чувак 40-й, какой, насколько он будет играть. Давайте посмотрим и кинем ему ставочку. Так, 100, давайте ему на 100 кинем. Так уж и быть, но я сейчас солю по-любому. Это у нас, по-моему, 10 тысяч. Да, я слил, ну ладно, ничего страшного. Давайте дадим, ладно, этому чуваку на чай, типа, пай 332, 4000 ему дадим. Я думаю, это ему хватит хотя бы на чай. 5к, о, 300, вон, так, 258, 300. Давай. Ничья. Чувак таймит, блядь. Такой бред просто. 201, 200, давай на 200. Я солью, да? Нет, я выиграл 20 тысяч. Нормально. Чувак кричит 1300, но, блин, я, мне кажется, солью эти деньги, поэтому я не буду рисковать. По мелочким ставочкам лучше буду играть. По мелочким ставочкам. Охуенно сказал просто, ну ладно. Вот, чувак кричит 350, так, 200, 255, 350. Блин. Он уже сыграл, и он проебал. Ну, скорее всего, он выиграет. Давайте 50 даже сыграем. Тоже будет нормально. Да, 50 мы выиграли. Неплохо. Передаю привет Роланду Кочиняну. Роланду Кочиняну, Кирюх. Окей, окей.
Передал. Передал. Так, давайте у нас 40-й. 40. 100. И мы выиграли. 10 тысяч выиграли. Ну, потихонечку сейчас пробуем подняться. Не знаю, получится или нет. Вот, давайте, ладно, пробуем на 1000 сыграть с чуваком. Я солю сейчас, да? Я выиграл. Есть, 100 тысяч выиграл. Так, а кто написал Фому? Фому, примешь, Кира? Блять. Да, приму, приму. Так, я 10 тысяч слил, короче. Давайте примем чувака, Фому. Фам меню. Пригласи 332, давайте пригласим. Я уже в плюсе, в принципе, неплохо даже, на 150 тысяч примерно, но... Медленно, но уверенно, пацаны, медленно, но уверенно. Так, чувак мне кинул, ну давайте пробуем. Есть, 200 тысяч выиграл. Заебись просто, все, я думаю, можно уходить с казика. Можно уходить с казика, я не знаю, сколько у меня фишек, давайте я посмотрю. И у меня 5к фишек. Есть, я нормально, кстати, поднялся. 5к фишек. Так, дай чай. Сек. Сек. Так, еби, да, я заберу. Так. Сколько там? 5000 фишек, по-моему. 5000 фишек и 400, да? Забираем. Забираем. И, по-моему, еще раз надо забрать. Все, давайте ему дадим пай. 332. 10 тысяч дадим ему, короче, на чай. Киря, когда доснимаешь, пойдем в скайп. Окей, Денис Рева. Окей, все. У меня 700 тысяч. Фух, я хоть немножко поднялся, блин, а то... Я немного расстроился из-за того, что я слил 3 миллиона, пацаны. Да, 3 миллиона, понимаете, на полу не валяется, поэтому... Я хоть отбил немного бабосики. У меня было сколько? 300 тысяч, по-моему. Ну, 300, ладно, 400 рубля. 300 тысяч я поднял потихонечку, помалечечку. Но все-таки поднял. Поэтому, пацаны, ну и в карты, блин, тоже можно подняться. Ну, просто я с чуваком играл на 120 миллионов. Сначала была ничья, а потом меня тупо выиграл. Ну, у меня галимые карты были. Я в тот момент не снимал, но скажу вам прямо. У меня были галимые карты просто. Бая просто пафосно припарковался на своем вертолете. Так, пошлите, давайте я оплачу налоги, если они там имеются. Точнее, если их нужно платить. Не, ну блин, нормально в казик сходили. Я не жалею, потому что... Ну блин, я не слился зато. Это тоже хорошо. Да, в плюс небольшой ушел, но... Плюс он и есть плюс. Это хоть и мало, тоже приятно, понимаете? Поэтому... Сильно не заигрывайтесь, пацаны. Главное вовремя останавливаться. А так можете играть, кто желает, в казике. Но главное уметь играть, если вы... Я имею в виду за карты, уметь играть в карты. Если вы хорошо играете в карты в жизни, то в игре вы тоже будете тащить. Но также вас могут просто закидать. Лучше играть на большие ставки, 1-1 я вам советую. А вот насчет того, типа, рандом... Вот это рандом-казино, как я играл. Я, кстати, в него впервые играл, по-моему, на серию, потому что... В основном я играл в карты, а тут я решил сделать другим образом. Ну, вот такая вот серичка вышла, пацаны. Подразнили медведя, сходили в казик, я поднялся. Немного, но поднялся. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.